Всем здравствуйте! Решил сегодня показать вам, что же у меня выросло. А то показывала, как сеяла, но не показала, что же выросло. И расскажи, что делала с рассадой. Так, смотри. Итак, вот эта полочка с баклажанами. Сеяла их 17 февраля. Сейчас выключу подсветку. Вот так вот еще посмотрим. Вот такие они. Вот такие. Так, здесь на полочке у меня перцы, тоже где-то 4 сорта. Вот так без подсветки. Это через лампу. Вот такие довольно-таки большие. И есть вот такие вот маленькие, то есть поменьше. Для того, чтобы были... Плоды в разное время созревали. Так, еще вам что покажу. Впервые посеяла землянику. Вот такие. Барон Коллимахер. Попробую, потом летом покажу, что получится. Ну, наверное, я, конечно, поздно посадила. Поздно семена купила и решила вдруг их посадить. Ну, на следующий-то год точно будут ягодки. Вот такие три. Вот такие три огурчика. Капитоша. Для ранних огурцов. Ну, здесь базилик вот еще. Цветочки, разные цветочки, цветочки потом вам покажу. Что я делала? При перевалке, вот, например, баклажанчик, при перевалке вот из такого маленького стаканчика, когда переваливала в более большой стаканчик, вот в такой, да, то использовала эпин, то есть слегка обрызгивала. Делала раствор и обрызгивала. Ну и также вот здесь у меня посажены томатики. Это томатики я сажала поздно, для открытого грунта они будут. Они еще маленькие. А вот эти томатики я посадила рано. 2 февраля. Это для раннего урожая в теплице. Итак, кроме полива, кроме опрыскивания рассады при перевалке эпином, раствором эпина, я еще марганцовкой поливала. Один раз полила свою рассаду. Мини-обзор моей рассады закончен на сегодня. Всем мира и добра! И всем до скорой встречи!